Здравствуйте, зрители ТВ-канала, подписчики. Сегодня вот посмотрим одну семью, которая находится у нас в сарае. Что-то она мне не нравится. Как бы она типа павильончика такого, ну, почти как на улице. Ну, холодновато тут, вот и не столько. Я не знаю, надо ее посмотреть. Пчелы шумят, вот. Поглядите, его сильный иней какой его. Ну, мы сейчас поглядим, что тут у нас вообще. Смотрите, сейчас мы вместе с вами поглядим. Камеру укреплю. Хорошо. Так, вот у нас рамочка стоит. Тут чуть-чуть меда. Пчелки тут в клубе. Мы их встряхнем. Поели медок. Надо основную часть гребсти. Вот, и попробуем на клуб поставить еще. Меда распечатать. Вот так сидят пчелы. Клуб расширен. Ну, сейчас мы поставим рамку им. Вот, мы так поставили сверху сот, вот пчелки сюда уже вылезли. И отверстие сделали такое, чтобы они смогли в случае съеденного с той стороны меда, могли сюда еще перейти, тут немного поесть. Ну, в принципе, вовремя сделали и помощь. Теперь уже можно расслабиться до февраля. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До свидания, до новых встреч!